Сегодня нас лучшая рыбалка 2017 года. Есть. О, это что-то покрупнее. Я так чувствую, да. Ну? Ну это я не знаю, как мне с собой сразу брать. Ты ее в сторону тебе. Угу, давай. Мои ноздри. Давай, дай-ка мне мой рюкзак. Я пойду уж сразу ловить. Давайте. Только это куда мне складывать сюда? Удачи. А, у меня есть пакетики, так что все нормально. Сначала прошлые местечки. Так. И всем здорово. Прям по прошлым местам пройдусь. На, кушка. Это мой судачковый, это окуневой. Здесь никого. Хотя вот, короче, куча окунь играет, это все окунь. Малька гоняет. Увы, логика. Его здесь куча, он не жрет. Я не знаю, что он хочет. Это я просто хочу попробовать. Опять удар. Есть. Это уклейка, пап. Смотри, я уклейку поймал на блесну. Здоровую. Уклейка на блесенку. Есть. Сейчас скажу. Окушка. Здесь окунь с ухликой ходят. И мелочь. Угу. И мелочь долбит. Ну вот окуня сразу видно. За три крючка сразу нормально. Зацепился. Я на маленькую блесну. Да. Ну можно, но она весит там что-то 1.5 грамма. Наверное, да. Какой твой? Есть. Все, я понял, как ловить его. Тоже окунь. Сам отцепился. Стой. Не уйдешь. Стоять, стоять. Будь здоров. Так. Есть. О, это что-то покрупнее. Нормально гнет. Может, щучка? О, окушок. Окушок. Вот бы он не сошел.
Да возьми его, Артём. Не, не, за леску не бери, за леску не надо. Бери его, хватай. О, сейчас я подмотаю. О, красавчик. А? О, нормальный окунёк. А можешь меня зафотать, а? Кто-нибудь? У меня мобила здесь с собой. Да блин, прям под берегом стукнул. Тут такие, блин, прыгают. Да блин, я... Нормально, я только, короче, закинул, у меня приманка еще не опустилась, а уже вон, сидит. Это с поверхности прям. Нормально. Опять на все три крючка. Да? Я, все. Давай засунь его сюда, плюс. Все, спасибо. Тебе спасибо за улов. Сюда, пожалуйста. Че? Во. Граммчика 400. Ну, таких вообще прикольно ловить. А, у меня же ведро здесь. Ё-моё. Он, мне кажется, сожрет сейчас здесь всех маленьких. Есть. Прям под берегом. Маленький. Уже 5. Сейчас я на блесенку, потом на джиг перейду. Есть. Или... Да, есть, все. Такой среднячок. Заглатывает нормально. Есть. Тоже крупненький. Ого. А? Да, помоги, Артём, если можешь. Ну, а ты не видишь? Видно же, что большой. Так, ушёл, хорош. Выводи его туда, на мель. Да вот я здесь. Хорошо, дай я возьму. Опа. Вот Семён, какой я шокан. Семён! Семён. Норм... Офигеть, этот а. Крупнее еще. О, он кого-то съел там у него. Ведро, наверное, надо съел брать. А что, пусть съел. Блин. Окунь нормальный. Экстрактор нужен, сейчас достанем. Блин, клюнул так легонечко, тюкнул просто, я веду, такой не сопротивляется. Потом как мне вмазал, блин. Нормально. Пивом. Во, этот еще крупнее. Ха, нормальный. У меня же, блин, там ведро скоро будет целое. Забито. Есть. Ну это маленький. Оп. Теперь я вообще разобрался, как его ловить. Сколько?
3,35. Самый крупный, а такой по ощущениям, блин, полкило как будто. А тот чуть-чуть поменьше. Воду почаще меняй на солнце. Вот, воду почаще поменяем. А то он хищник, он этот самый, быстро затухнет. Так, вот. Что-то опять. А, ну это небольшой. Вот тогда что, раз всех отпустили, то всех куни отпускаем, да? Вот это давай. Вот это. Таких стандартных брать? Этот отпускай. Минутку. Побольше будет, бери. Угу. Кошки. Кошки? Мы тех кошки отдадим больших? Нет, ты что? Есть. Так, опять нужен экстрактор. Подсечь так легонько, но прям дергать не надо. Есть. Под берегом. Отличненько. Ну опять. За все три крючка. Все как всегда. Там он уже у клейки плохо стал, так у ней. Двушечку. У меня тест еле позволяет ее кидать. О, есть сразу, только кинул. Еще даже она не опустилась, а уже окунь сидит. О! Здесь куча этого окуня, он здесь активный. О! Сошел. Да, ну все, они стандартные здесь. Порой есть, там ходят крупные. Но вот он что-то не очень хочет есть. Надо попробовать джигануть. Микро. Есть, нормальный. Поставил маленькую приманочку. Стоять! Куда собрался? Да. Сразу на эту приманку, которую только поставил. Давай. Он мотыляет. Ага. Вот так маленькую надо. Желтенькую. Да, можно? Я возьму его. Ага. Во. Увидал. Смотри, какой. Семен.
зацепился, блин, за мясо какое-то. Подожди, вот все. Подожди, ну что, что черней живет, туда не живет. А, я вот туда. Там прям вообще просто такое месиво начинается иногда. Он первую уклейку у него поймал, блядь, сразу. А вон он сдох в ведре, в кошке взяли, блядь. А чего выпускать? А мне посадил какую-то хуйню, я ее не могу. Ну а то нащу. Не, это на окуне. Я уже на такую ловил здесь. Вот он начал с нее, и вот потихонечку все пробуют, блядь. Кстати, это окунь здесь все. Так вот плавает тот, кто? Это уклейка, мелочь всякая. Вот это вот. Ёж, мам, не, окунь. Окунь? А зачем кидать? А зачем он нужен? Вон на берег его. На берег тогда его. А что? Или кошка. Ладно. Можно вылавливать сейчас? А как же? Ну судак, для, судак это как его мелкие пускаем, а этот как его... Ну давай, Сань. Ну ладно, все, то я все беру. Я не разрешаю, не берите. Ну я сначала наловил, мне сказали, отпускаем. Я говорю, на следующий год придем, хоть вот так его поймаем, крупного. Он же вырастет, сынок. Вон этот, как его, этот товарищ такой, что он плодится и плодится и плодится. Слушай, проблема червяков-то, бля, выкопать. Ты представляешь, нет, не ходит червей. Выращивать надо? Нет, дрендробера. Нет, да? Дрендробера, блядь, фиг. Вот. Да, вот, у меня такую, это, как его. Вот. Нет, вот это надо. Чего это? Тебе что? Ты ее не закинешь, тем спиннингом. Нет, вот спиннинг должен быть у него... Катушка, наверное. Вот. У меня все есть. У меня нет такого? Ну, давай его в бедро сядь. Да я все буду брать. Ну вот душу ты сейчас натаскаешь. Наведешься. Да. Кошкам. Здесь до 4 грамм тест. Да, 4 грамма. Закинул вот так. Что, сажал, Артем? Я на полтора. А вода прибавилась. Ну так они же правильно, они же это, как там вон, там будет. А что ты можешь это как это? А крючок не допускает сюда как бы. Не, маленький крючок, они сходят часто. Все, по банку, шоу, держите посуду, парни. Чем можно найти сюда? Кукурузь подойдет в воду. Стой, блин! Сколько этот стоит? Манипулятор? Манипулятор, да. Ну, у меня сосед. Вон. Опа. Они просто носятся здесь. А может здесь под берег где-то кидать? Да, не. Да? Они откуда угодно могут здесь. Да? Да, они могут закинуть, ну, клюнуть. Когда я закину... Ой, давай он так управляет. Смотрите. Просто на месте. Просто в берег. Могу стоять на месте сейчас. Они вот там вот здесь. По последнему ловлю. Я хочу пока трогать, они мне еще пригодятся. Хочу вот эти, которые кусок лежат так. А именно не трогать тебя устроить? Ну да, такие. Ну, такие, они маленькие. Там в половоде то идет, что и то там надо два, двух, два в ряд надо. Вот сейчас мы окуня половили. Теперь я отправляюсь на поиски крупного судака. В общем, посмотрим, что получится. Пиздец. Блять. Пробрался через эти дебри,
Вот сейчас подхожу к водоемчику. Фух. Ай, блин. А? Хорошо, покажу. Не успел записать. Щучка. Сначала одна клюнула, потом вторая в этом же месте. Нормально она сожрала. Сейчас мы ее отцепим. Вот. Теперь все. Вот. Мне на берег кинуть или куда ее? Да не умещай, а хотя... Ну нормально. Сейчас я ее еще найду. Они, короче, прямо вот здесь вот все сидели, вот слева от меня. Может, там еще есть. Блин! А, это окушок. Ха. Я испугался. Блин. Эта щука может сюда вернется минут через 20. Вот бухта. Если она 100% есть.
сошла. Ребята, ну вот рыбалка закончилась. Я поймал одну щучку и дофига окуней. Самая четкая рыбалка на спиннинг пока что вышла. Вот, сейчас за мной приедут. Я тут в глуши, короче. За мной едут. Ну, я просто с этой стороны ловил, а родители и брат с той. Ну вот, всем спасибо за просмотрики. Подписывайтесь. Рыбалка реально четкая вышла. Мне очень сильно понравилось. Всем удачи. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Я могу здесь на месте стоять. И вот так вот и ловить. Даже не закидывать. Вот, смотри. А, я забыл. Мне даже ходить никуда не надо. Вот еще. Сейчас.